Так, девчата, ребята, вот мне Ваня сделал фарш, смолол. Сюда я положила тоже этот перемолотый лук, соль, перец. В общем, буду теперь заготавливать. Знаете, что я решила? Я на одном из каналов посмотрела готовые котлеты. Жарят их, уже готовые, ну, остужают, и потом в заморозку бросают их, замораживают. И тоже хочу так сделать. Наделать котлет, приготовить, и чтобы потом можно было быстро приготовить обед, либо ужин, либо завтрак, на что, как говорится, гарнир. Картошка, может быть, да, или там котлет, или рис. А это котлетки всегда будут готовые. Что еще надо будет? Мне будет сделать зажарочку, томат, и по этим разложу. Девочки, вот я налепила их, поскладывала сюда. Сейчас я их буду жарить. Жарю и складываю, остынут, и буду убирать в морозилку. Девочки, мальчики, вот я котлеты пожарила, положила их на салфеточку, чтобы лишний жир впитался, и остынут, и я убираю их в морозилку. Так, ребята, девчата, я нарезала лука, вот много лука, сейчас буду делать пережарку и буду фасовать, ну, все пережаривать. Девчата, ребята, моя пережарочка пережарила все, я, в общем, это без томата, а томат отдельно у меня будет. И вот это теперь я должна буду разложить по баночкам. Стаканчики. Буду раскладывать стаканчик. Как раз одного. Я так думаю, что полный стаканчик будет на одну порцию нам достаточно. Так, разложу. Все, и уберу морозилочку. Это чтобы быстро за 5 минут приготовить. Котлеты я уже пережарила все. Убрала теперь. Убираю в морозилку вот эти вот пережаренные овощи, поджарку эту мою. Ну, а томат у меня отдельно есть, я томат буду просто добавлять, и все. Пережарка у меня здесь без томата. Девчонки, теперь я беру пакетики, разрезаю и вот просто накрываю. И резиночкой закрепляю вот так. Когда зажарку буду делать быстренько. Или когда нажала зажарку, быстренько она у меня уже готовая. Вот, что у меня получилось. Так. На 7 порций. 7, не, вернее, не на 7 порций, а 7 раз можно сделать, да? 7 раз можно сделать. Ужин, котлетки и вот это все вместе. Чуть-чуть водички, чуть-чуть томатику потушить. А котлеты у меня замороженные уже. И все готово. Приятного аппетита! Вот в таком виде я их ставлю в морозилку. Очень удобно. И все.